В Омском парке зазеленело пианино, креативный проект «Не баян». Это омская версия международной акции «Play me, I'm yours», стартовавшей в Лондоне в 2008 году. На несколько недель инструменты оставляли в свободном доступе прямо на улицах города. Участниками акции стали 140 тысяч человек. В Омске общественное пианино установили в парке 30-летия ВЛКСМ. Первыми сыграли на нем приглашенные уличные музыканты, затем их примеру последовали собравшиеся прохожие. Пианино настроено. Более того, на задней стенке находится карта мира. На ней можно отметить место, где вы побывали. Так организаторы за один день узнали, что омичи много путешествуют. Горожане отметили не только популярные курорты, но и такие места, как Аляска, земля Франца Иосифа, остров Сент-Пьер и Микелон. Идея очень, мне кажется, удачно воплотилась в том, что каждый играющий будет сидеть на чемоданах так, как будто бы он уже собрался куда-то поехать путешествовать. Выглядит так, как я себе представляла. И люди как-то заинтересуются, задумаются, что можно досуг по-другому проводить. У кого-то возникнет желание научиться там играть на инструменте. Я даже подумала своего ребенка отдать, допустим, на какой-то вид